буду его называть Санчо. Не знаю почему, но он Санчо. Травой идет Санчо. Снимем. Санчо с травой пришел. На Санчо у меня даже удара ни одного не было. Ни сегодня, ни вчера. Но он хорошо прямо идет. Грузится. Санчо вообще здесь новичок в этом водоеме. Такого в Санчо даже, блядь, рыба не представляла. Трава, что ли, взялась? Была маленькая. Сейчас еще дальше, к середине. Понял, как им надо играть. Сейчас я этим Санчем наиграю. Санчо грузится хорошо. Блин, как мне не хватает лодки с дном, на котором стоять можно. Так неудобно это ловить на этого Санчо. Санчо, Санчо. Давай вот здесь проверим. Не, Санчо, походу ты невкусный. Оденем голубенького. Нацепил Виталика. Виталька. Кидаем его в глубину. Виталик вообще далеко летает. Травы маленько ловят, но ничего, это не предел. Траву цепляет. Два раза.
одна. Вот вторая. Давай, вертолет. Лови, щука. Траву взял, блин. Так, друзья, переплыл к берегу. Сейчас запускаем Виталика. Вот так. Виталик. На Виталика хоть вчера у нас бралось. Зацеп травы. Все, сошла трава. Виталька далеко летает. Давай, Виталий, сделай свое дело. Пускай на тебя все время бахает. Трава, блин. О, сошла. Сошла травушка, муравушка. А вот этот-то угол мы не простреливали. Травушка. О, как сошла травушка. О, сейчас Виталика мы так прогоним вдоль берега. Травка. Травушка. Два лебедя летят.
Такой уж стиль начался, друзья. Классный штиль. Я приплыл в другой тюб. Там рыбаки приехали, сеть проверяли ту. Уточки голосуют. Водомерок сколько? Балдеть. Кто-то боится. То ли моего воблера, то ли чурогайка там. А, вот они водомерок ловить начали. А может и чурогаечка тут? Где-то ходит тут, поди. Да стопудово ходит. Чё она не ходит-то? У меня сегодня, блин, удара даже не было такого, чтоб с вылетом щуки на улицу. Странно. Или погода меняется, или чё? О, промазала, видели, как вылетела? Мазанула, блин. Я думаю, вы видели. Прям выскочил хвост такой. Сейчас вот сюда бахнем. Смотрите. Сейчас проверим, где она. Вот она взялась. А, трава, блядь. Трава, блядь. А так, как-то с дрожанием аж. Вот сюда она куда-то делась. Щучка. Переключил, чтоб короткий видос был. Для монтажа проще. Так, туда же, друзья, она вот дельфином перепрыгнула прям через мой воблер. Странно. Куда она ушла? Сейчас вот здесь проверим. Травяные зацепы, блин. Тут узкое место, тут все в елочке. Надо стоя кидать, чтоб видно было, что кого куда летит. Так, я вот сюда еще разок бахну. Вот сюда ты и не кидал. Вот в это узкое пространство. Я не кидал. Может, какая стоит дурная. Не. Никого. Так, сейчас я вот сюда вот повернусь. Вот так. Вот в эти вот окошки кидать буду. То у меня, блин, почки заболели, поясница. Холодно, наверное, от воды, хотя тут тепло стоит. Тянет. Ну давай, трава там взялась. Давай возьми щука. Травой что ли идет, точно. Эта трава, блядь, все портит. Так, переключим.
Опа. Хоп. Опять трава. Ё-моё. Странно, куда она отошла-то. Здесь, что ли, она? Чебак прыгает. Значит, его кто-то пугает. Опа. Ну где ж ты, моя сегодняшняя 11 числа? Или 10-го, 10-го, первая щука. Где ты? Где ж ты? Где-то ты тут. Я знаю, ты где-то тут. Так, медленно буду тянуть, чтоб травку не цеплять. Один хрен я зацепил. Мальки тут вообще кишит. Малька вообще миллион. Будем звонить вот этот островок. И закинул старик в третий раз свой спиннинг. И как всегда, он нифига не поймал и сказал: а не кинуть ко мне четвертый раз. И кинул он четвертый раз. Потом он решил пятый раз кинуть. И прямо вот в такой залив межостровья. Ну а когда пятый раз ничего не вытащил, он сказал: фу, ёбаный насос, и кинул шестой раз. Вот туда вот так. И вытащил щуку. Ну, конечно же, он ее вытащил мысленно.
Странно, блин, друзья. Ни одной щуки сегодня. Уже часа три рыбачу. Чё за херня? Кто мне скажет? Странные дела творятся, друзья. Остается надеяться на вечернюю зорьку. Ё-моё. Думаю, чё у меня почка мёрзнет. А это вода там мне мочит. Почку мочит вода. Как бы мне не перевернуть лодку свою. Не моё, а дядькино. Так, получше сесть. О! Сейчас. Почку, блядь, тянет. Кофта сзади мокрая. А мне почку тянет. Вот сейчас я сижу как на дебаркадере. У меня еще и весло слетело. Ну чё, начинается рыбалка вечерняя. Хоп, бабах. Бахай. Бахай, щука, говорю. Бахай. Бахай. Ну бахай. Фиг вам. Фиг вам, сказал водоем Артем Александрович сегодня. Фиг вам. Травушка, травушка, травушка. Хопа. Травушка, травушка. Поводок за тройник зацепляется, блядь. А у меня, кстати, сегодня настроения не было на рыбалку ехать. Вообще не было. Прям не хотелось ехать, но пришлось ехать. Потому что, думаю, надо же снять видосы. Думаю, надо съездить. Да я все равно я к вечеру поймаю щуку, вот увидите. Такого быть не может, чтоб здесь не поймать щуку. Комары кусают запястья. Уроды. Вот уроды-то, а. Больно так. Маленькие рыженькие комарики. О, взялась и сошла сразу же. Видели? Взялась и сошла. Ладно, еще туда бибихнем. Давай, 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 давай. Прям туда так. Оп, ага, вот сейчас должна. Если она там, она возьмется. Но она могла и обколоться. Могла обколоться. Могла к лодке за ним скубануть. За воблером. Вот она. Давай, айда, айда сюда. Айда ко мне, стерва. Айда сюда. Но не уйди, не уйди, не уйди, не уйди, не уйди, не уйди. Все. Есть. Я ее сделал первую сегодня. Я же говорил, она к лодке. Вот она, моя колесенькая. Вот я колёсенькая, первая щучка сегодня, друзья. Ставим лайк. Ставим лайкосик, друзья. Вот хочу показать пиявки на ней. Видите? Вон там сыграла тоже щука. Туда проплыть, что ли? Вот. Ставим лайк, давайте. Так, вот она вот там у нас. Сейчас туда поплыву.
Так, друзья, маленечко подплыли. Сейчас попробуем вот сюда вот кинуть, где она была. Вот сюда где-то. Чтоб не трава бы была там. Где-то она здесь ходит. Если бы она там прыгнула, значит она там есть. Где-то там. В том районе, ребятки. Кстати, вот когда это прыгнуло, вон там еще прыгали щучки. В двух местах. Слышно было. Вот видите, штилек начался. И у нее, кстати, вот сейчас должен быть уже клев начаться. Вот в такой штиль. Она уже начинает хавать вечерком. Уже часов 7 есть, 8, наверное. И она вот начинает в это время уже хавать. И вот буквально часов до 9 она интенсивно должна клевать. Ну, где ее много. Вот. Из своего опыта говорю. Я это знаю, что она вот так клюет. И с утра мне нравится вообще. Вот часа в 4 утра прям она активничает очень много. Так, сейчас вот такие вот места прозваниваем. Вот так. Сейчас вот так звоним, звоним. Трава, блин. Трава, трава. Я в траву кинул. Это фигово. Давай, травушка. Слезь, ты нам только мешаешься. Так, ладно. Вот сюда еще киданем. Опа. И вот так вдоль травки протянем. Ага, есть. Сошла. Нет, идет. Идет, идет, идет. Давай интенсивно сюда, 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 подруга. Интенсивно. Давай, я ее забагрил. А, блядь, крючком палец прохерачил. А, ебануться. Айда сюда, красавица. Вот она, есть. Ставим вот такенный лайк. Ё-моё. А, оставляем комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Ё-моё, прям вон кровище у меня херачит, друзья. А, собака, а. А, и у щуки глазуха она. Видели? Ну вот. Хорошо я это зацепил. Вот. Такая вот чарогаечка. Ну, сейчас ее вот так хоп, сполоснем. Хоп. Так, начинаем еще бросать что-нибудь. Так. Две у нас есть, друзьяшки. Трава, блядь. Так, ладно, с травы выйдем сейчас. О. Так, сейчас вот сюда же бабахнем. Вот сюда же бабахнем. Вот сюда вот вдоль травки. Вот так. Опа. Ага. И пошли наяривать. Давай, 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 давай. Не сильно тянем. Так, медленно, медленно. Чтоб травы не поймать. Вот так. Поверху шпарим. Вот так, ага. Так. Ладно, перекинем. Сюда же только. Чуть-чуть подальше от берега. Сейчас мы вот так прозваниваем территорию. Вот так, звоним, звоним. Давай, алло, выходи на связь. Красавица. Давай, давай. Чего вот так вот лодку разворачиваем? Непонятно как-то. Так, сейчас он к тому островку еще покидать хочу. Вот туда. Там глубоковатый. Я думаю, что может быть что-нибудь. Ага. Вот. Ладно. Кидаем еще сюда. Вдоль травушки. Вдоль таких елочек. Ну ладно, ладно, ладно. Так, вдоль елочек кинули. Сейчас сюда от берега. Так, развернемся, давайте. Паузу поставим. Утки летят.
оторваны от нуля, друзья. Две щучки — это нормал. Вчера 5. Позавчера 8. За позавчера 1. Вот. Как-то так, ребятки. Так вот солнышко садится в такие облака. Кузнечики стрекочут, друзья. Продолжаем рыбалку. Нептун поможет нам. Даже этот Посейдон, блин, не Нептун, а Посейдон. Нептун точно поможет. Вон утка летит прямо на меня. О, щука сыграла, видели вон там? Давай прям туда пойду. Вот она идет. Бах! Так, щука у нас вон там сыграла, да? Ага. Сейчас мы там прозвоним. Самое интересное, вот эта травина стоит, она шевелится. Как будто бы в нее кто-то долбится. Может, мальки? Там мальки вокруг ходят. Но щука где-то здесь долбанула. Прыгнула. Походу, воблерок наш маленький. Он, видите, трава как наяривает. Взялся. Ага. Сошла. Сошла, сучка. Давай еще раз сюда. Видите, я не интенсивно тащу. Надо быстрее, чтобы она зацепиться успела. А трава прям наяривает. Или карась там, или кто. Так и не знаю, кто там. Но щучка где-то здесь. Здесь она хорошая была. Вон опять 4 утки полетели. Здесь она, ребята, хорошая. К килограмму ближе. Куда она только делась, зараза? Может, под лодкой. Ах ты, блядь, вот она какая была хорошая, ребятки. Хорошая. 700-ка. Так, как же ж нам сделать? Охуеть, тут мелко. Тут мель. О, какая мель тут. Обалдеть.
собака воет. Так, ну-ка, а вот этого крокодила мы сейчас попробуем здесь поискать. Паузу нажму, переключили, сейчас вот здесь вот будем пытаться ее взять. Ориентир трава у нас есть. Блин, подруга, а? Попадись. Ты хороший экземпляр сегодня был бы. Два раза подряд. Взялась она. Так, ладно. Вот сюда сейчас бабахну. Так, отсюда мы потянем. Вот так поинтенсивнее будем тянуть. Так, вот в эту сторону. Все равно она где-то здесь, вот в этом районе, друзья. Тут травы такой нету, елочной. Ее можно выцепить. Ее, друзья, можно цепануть. Воблер бы крупнее деть. Но я на них сижу, блин. Так, куда же ты, подруга, отошла? Вот это вот интересное. Опять же, борьба начинается, кто кого. Или она мое терпение, или я ее поимею в холодильнике. Я бы вот, знаете, друзья, вот сейчас аккуратненько как-то достать попытался. Как-то аккуратно, чтобы мне не перевернуть лодку, блядь. Этот баркас вообще легко перевернуть. Сейчас я попробую достать, наверное, блесну, вертушку. Она на нее цепанется быстрее. Вот эту вот. Вот эту вот вертушечку, друзья. Сейчас возьму. Вот эту именно. Так. Аккуратненько подтягиваем сюда все. И садимся. Перевернуть наш баркас. Так. Все, друзья, я одел блесенку. Она будет интенсивнее, чем воблер. Она прямо это крутится. Сейчас мы прямо вот сюда ее. Хопа. Она у нас будет более эффективнее, чем воблер. Здесь глубина позволяет. Чё? Чё не вертишься, не понял? Трава что ли мешает какая-то? Да, вот какая-то хрень. Наматанная. Ну, вот так-то она заводится. Махом вертится. О, крутится. Классно крутится. Так, давайте вот сюда кинем. Так. Сейчас вот такой пятак обкрутим по кругу. И хорошо вот так быстро можно тянуть. Если на нее возьмется, то она возьмется. Удар уже, который будет, 90% будет хорошим, как бы что с результатом, потому что она ее не выплюнет.
таких местах вот эта вертушка вообще рулит. Мне ее надо было сразу, блин, надеть. Где ж ты, щука? Она уже, походу, за 2 километра ушла. Так, в каком же ты месте у нас, подружайка? Вот здесь, что ли, ушла? В эту сторону. Зацеп за чё-то, блядь. За кочку, походу. Ага. О, как. Кочка была. О, да-ка мы сейчас в эту степь постреляем. Сейчас снимем все это дело. Отсюда. Травяное. Травяное, травяное. Там щука сыграла. Так, пауза. Вот она. Ай-дай-дай, сука. Друзья, друзья, друзья. Вот она. Взял я ее. Короче, наверное, минут через 5 после того, как я зацепился. Друзья, взял. Вот она, щучка, третья уже у нас есть на блесну. Видите? Классно, блесенка мне помогла. В таких ситуациях нужно вот, блядь, думать, как правильно со щуками работать. Вот. Так что, это у нас удачно. Помогла нам блесна. Сегодня эта щучина самая большая. Вот она уже третья. Вот возле этой же травы. Вот такие лайки ставим, друзья. Сейчас. Такие вот лайкосы ставим. Там он еще щука сыграла. Сейчас я туда буксану. Вот такие лайкосы ставим. Подписываемся на канал. Остаемся со мной. Короче, продолжаем меня наблюдать. Ну, короче, вот. Меня не видно на ютубе, потому что у меня видосы не редактируются. У меня их уже, блядь, я штук 600, наверное, снимал. Гружу там, короче, ну, такие вот видосики. Про рыбалку, про охоту, про все там, про все, про все. Короче, и вот это сегодня я постараюсь выкинуть. Вот. Вот она. Пошла утка и пошла жара. Че, друзья, приплыл на эту сторону. Пока плыл, забыл, в какое место плыть, где щука. Прыгнула. Вот сейчас траву поймал. Сейчас травушку сниму. Ну как забыл. Примерно точно. Не знаю. Вот сейчас прозвоним. Вот здесь вот. Вот вот этот вот уголочек. Вот так стрельнем. Она где-то здесь должна быть. Только не факт, что возьмется. Но мы попытаемся ее выманить к себе в пакет. Так, мелочь прыгает, нашел, друга нету, пока что. Вон там сыграла щука. Щука любит вот такую тишину, такой штиль. Вот. И мне нравится больше в такой штиль рыбачить. Я если завтра поеду, то я поеду часам к 7. Вот как-то так. Ребятульки. Травой идет, блин. Вс
Все, сошла травка. Так, ладно, сейчас вот эту сторону постреляем. Так, ага. Стреляем в эту сторону, друзьяшки. Ребятишки. Хищник — это вообще интересная рыба. Хищник. Да. Хоть щука, хоть чё. Она хищник. И она интересная. Хопа. Да вообще, я люблю, ребята, всю рыбалку. И на карася, и на пискаря, и на гальяна. Рыбалка, она... Вон там сыграла прямо классно, блин, щука. Сейчас я туда газую, короче, пауза. Это 50. Ну вот, друзья, мы почти на месте. Так, сейчас пробую кидать туда, в ту сторону. Может, что и бабахнет. Далековато от берега. Надо было ближе к траве. Да, на этот воблер надо покрупнее крючки ставить. Тогда будет намного эффективнее, я так понял. Потому что у меня с него сходов очень много. Очень много сходов. У меня вот тот, который воблер сломался, на нем стояли крупные крючки. Так на него даже, блин, вообще дрищевки брались, как карандаш в чурогайке. Но они зато попадались. Вот здесь она была. Вот здесь она была, вот только что. Вот тут, друзья, она была. Ё-моё. Я, короче, перекинул ее. Сейчас протянул над ней. Сейчас я вот сюда вот кину. Вот тут она где-то была. Давай, подруга, выходи к нам. На YouTube пойдешь. Не знаешь, что такое YouTube? Сейчас узнаешь, подруга, если ты к нам придешь. Это премьера. На моем канале. Воблер мне нравится, он красиво играет. Так. Ну, походу мы на нее сейчас наплывем, блин. Эти дергаются. Заразы. Эти дергаются, только распугают нафиг. Чуканов остальных предупреждают, наверное, своих братьев. Брат, убегай, мы в лодке. Так, нельзя, а? Сейчас сюда протянем. Да я, конечно же, вот стою прям над ней. Ё-моё. Блин, отплыть надо как-то. Надо отплыть вглубь. Глубже. Ну вот, теперь будем пробовать искать ее. Сейчас мы ее найдем. Она где-то маленько от берега отошла стопудово. Мы подплыли туда. Так, хопа.
Сейчас она где-то вот здесь. Может, напугалась. Сильно напугалась, может быть. Скажет, что-то непонятное подплыло, надо мной стоит. Надо, наверное, уносить ноги. Продолжение рыбалки. Продолжение, только на другой стороне. Минут 10 покидал я этой блесной железячкой после. Ни хера что-то не берет. Вот решил одеть воблер. На воблер мне как-то надежнее. И привычнее. Щуки иногда нет-нет, да прыгают. От меня далеко, правда. Вблизи не прыгают. Да, вот это все роль играет, вот эти вот крючочки маленькие. На этом воблере надо большие крючки одевать. И он будет тонуть уже сильнее от этих крючков. И будет лететь дальше от веса. От веса этих крючков он будет достаточно дальше лететь. Солнышко садится, он какой закатик, видите, классный. Вот такой. Трава, блин. Пять трава. Воблер перехлестнулся. Намазу. Намазу называется воблер. Намазу. Но он мелковатый, блин. Вот покрупнее бы был. Я думаю, он бы был намного круче. Именно вот такая расцветка. Но покрупнее. Ну тут, кстати, трава такая. Наверное, богатая. Щукой. Хищником. Богатая трава хищником. Так. Ой, блин, что-то у нас. Как-то она полетела неправильно. Понял я юмора. Здесь должна быть где-то. Вот она. Ах ты, сошла собака. Ну, собака, а. Хорошенькая. Сейчас еще дзынькнем здесь. К лодке, что ли, подбежала. Так, в каком районе? Сейчас переключу. Так, звоним. Алло, Щукан, ты где? Откололась здорово она.
Я думаю, нам надо выплыть глубже. Тогда нам будет проще сюда попасть. Так мы только под лодкой кидаем, а так будем от берега к себе тащить. И уже будет больше шансов цапнуть ее. Ну, я думаю, что она правее ушла. Сейчас я вот сюда кину. Вот тут вот она, скорее всего. Вот здесь, потому что она, скорее всего, с ходом за мной пошла, под лодку зашла. И там где-нибудь затаилась. В этой стороне, блин. Может попробовать блесну одеть. Отсюда вот до туда стрелять будет дальше. Залетать будет. И наживка сменится. Она уже будет темного бояться, а не белого. Он там опять щука сыграла. Но я и там не выцепил, когда я переплывал от этой пойманной. Опять сыграла, только в другом месте. Блин. Я вот это все пытаюсь поймать. Где она есть? Травы зацепили мне. Вот, сошла аж хорошо. А, вон там кто-то кого-то гоняет. Метрах 30 от меня. Тишина, минут 30 уже. О, удар. Сошла. Сошла, блин. Был удар. Сейчас вот так.
Закат, видали какой? Классно. Все, друзья, продолжаем. Уже примерно минут 40. Никого нету. Приплыл вот почти к месту, где мне вылазить. Сейчас вот по вот этой стороне проплыву еще метров 150 и домой попросим. Настроение есть рыболовное. Но у меня что-то, блин, спину тянет, почку эту. Водой намочил. Просидел, блядь, в холодке в этом. Сейчас аж колено заболело. Вот. Такие вон дела. По идее, вся щука уже к берегу подходит. Ее надо возле берега дзынькать. С той стороны травы много. Как бы в углубление идет. Наглубь. Но она получается, что это не берег. А щуки стараются ближе к берегу подходить. К вечеру. Ну это из моих наблюдений. Спиннинг, конечно, у меня тяжеленный, это вообще капец. Крокодил 210. Аж плечи слышно, что болеть начинают, напряжение. Постоянно в одном положении его держишь и крутишь. Я думаю, где-то тухнет. Тукнет где-нибудь в завершение это рыболовного дня. В этом типу у меня даже сегодня и удара не было, ребятки. Все щуки с того типа. Первый день я там был, ни разу там не был.